2015 года Дом культуры уже называется Центром досуга и культуры Акатьева и является главным учреждением 7 сельских домов культуры и клубов. Здесь работают прекрасные специалисты, которые реализовывают много творческих проектов для детей и взрослых, выезжают с мероприятиями в малые населенные пункты, ведут благотворительную и волонтерскую деятельность. Одним из организаторов благотворительной работы Дома культуры является участница самодеятельности прошлых лет, волонтер Катаева Татьяна Евгеньевна. Сегодня в зале находится ее мама Елена Викторовна.